Почти 300 пятиклассников в субботний день собрались на площади, где прошла выставка техники служб экстренного реагирования. Большой интерес у школьников вызвали пожарная машина, автомобиль полиции и дорожно-патрульные службы. Такие мероприятия у нас проводятся регулярно. Мы всегда знакомим наших детей с безопасным образом жизни, как себя вести на улице. Ну и, конечно же, они должны знать, понимать, какие виды есть транспорта, технических средств. Предоставлена возможность ознакомиться с данной техникой, с оборудованием, которые оснащены спасательные автомобили. Возможно не только задать вопросы и получить на них ответы от специалистов, а также еще и пощупать все оборудование. Выставки и техники служб реагирования проходят традиционно в последние весенние и летние месяцы до начала пожароопасного периода и перед новым учебным годом.